Велосипедный фонарь XLC на 9 диодов. Задняя мигалочка. Поставляется вот в такой вот коробке. В комплекте идут батарейки. Собственно говоря, сам фонарь. Крепление к нему. И небольшая инструкция по установке. Так, устанавливаем батарейки. Вот он, наш новенький фонарь. Имеется два крепления. Как под большую трубу подседельную, так и под маленькое, например, перо задней вилки велосипеда. Устанавливается методом защелкивания. Вот таким вот образом смотрится на велосипеде. Фонарь герметичный, имеет резиновую прокладку внутри. То есть ему не страшна ни вода, ни дождь. В комплекте идут две батарейки фирменные XLC, которых хватит на достаточно долгий промежуток времени. Закрывается фонарь методом защелкивания. Имеет 4 режима свечения. Такой как просто свет, мелькающий, быстрое двойное моргание и интересный режим круговой, вращающийся. Фонарь производится фирмой XLC, это немецкая фирма, качественная продукция. Производится по их лицензии в Китае. Продается у нас в магазине Веломода, всегда есть в наличии.